навык отсутствия массажного финта. Определение массажного финта – это часть траектории руки или поверхности, которая касается пациента во время выполнения массажного приема или блока, который делается по воздуху. Оценивается как? Включаю таймер и смотрю, сколько движений делается по воздуху. Вот, кстати, здесь два вида варианта возврата руки. Или рука идет обратно по телу, то есть она касается, это одно как бы движение, ощущение. Или рука доводится сюда, здесь она идет слегка по воздуху и опять касается. Вот этот второй элемент, он применяется когда? Когда у вас идут две руки, чтобы руки между собой не цеплялись. Опять же, правило Микулина, чтобы руки, не дай бог, чтобы они не цеплялись и не перекрещивались, если это им необходимо. То есть вот это перекрещивание, оно убирает кинетику, то есть этого перекрёста нет. Так вот, как я оцениваю навык отсутствия массажного финта? Как? Ноль. То есть, если я вижу какой-то финт задницы или вот так вот, соответственно, как бы человек получает невыполнение этого навыка. То есть, у него, к примеру, там 0%, да? Или, к примеру, я считаю у него, или компьютер считает, или инструктор считает, он выполнил 20 тысяч блоков там за 40 минут, да? Но у него один массажный финт. Вот. Ну, я как-то ему беру... Как-то там я подумаю, как это оценивать. Допустим, массажный финт, наличие, допустим, 5% или 10%. То есть, на самом деле, должно быть 0%. Но если у человека 100% навыка массажного финта, или наоборот, ну, я подумаю. Я потом подумаю и отдельно там скажу. То есть, получается, пока берем во внимание, что массажного финта у нас, соответственно, нету.